Каталония может провозгласить независимость уже в понедельник. Об этом заявили в парламенте региона. Чем ответит Мадрид и что происходит в Барселоне, сейчас расскажет Алексей Пшемыский. Две главные крупнейшие партии Каталонии «Вместе да» и кандидатура народного единства сегодня организовали круглый стол, решив в понедельник провести внеочередную сессию парламента автономии. Вопреки запрету со стороны Мадрида, депутаты готовятся проголосовать за отделение от Испании. Это же подтвердил и президент Каталонии Карлес Пучдемон. Несмотря на то, что еще недавно он утверждал против травматичного разрыва с Испанией, теперь заявил, независимость будет. Мы объявим независимость в течение 48 часов после того, как получим официальные результаты референдума. Думаю, это произойдет, когда поступят бланки с участков за границей, до конца этой недели или в начале следующей. Напомню, как утверждают местные власти, 90% каталонцев на референдуме проголосовали за отделение от Испании. Однако Мадрид считает, что никакого референдума не было. Местных лидеров власти страны обвиняют в сепаратизме. Суд Мадрида уже открыл уголовное дело против начальника каталонской полиции за призывы к восстанию. Ситуацию в регионе впервые прокомментировал и король Испании. Филипп VI осудил действия местных политиков и призвал испанцев к единству. Власти Каталонии осознанно пошли против конституции и статуса автономии региона. Они ставят под угрозу экономическую и социальную стабильность не только Каталонии, но и всей Испании. Однако я хочу успокоить всех испанцев. Мы преодолеем это и будем двигаться вперед. Ситуацию в Каталонии сегодня обсудили и в Страсбурге. Там в очередной раз призвали стороны к диалогу. Насилие не может быть решением политических проблем. Тем не менее, стоять на страже закона – обязанность любого государства, и иногда это может означать умеренное применение силы. Однако здесь, в Каталонии, от Брюсселя требуют осудить насилие против людей. Напомню, от действий полиции, по данным местных властей, 1 октября пострадали 844 человека. В остававшую вчера Барселону вернулась обычная жизнь. Вместо флагов на улицах тысячи туристов с фотоаппаратами. Местные жители ждут решения каталонских депутатов. Если парламент все же проголосует за независимость, Мадрид грозится лишить Каталонию автономии, а местных руководителей арестовать. Что будет тогда, станет известно уже в следующий понедельник. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.